Администрация промышленного района Самары в своем телеграм-канале напоминает самарцам о необходимости заплатить налоги. Это нужно было сделать до 1 декабря. Теперь за каждый календарный день просрочки начисляются пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Основанием для уплаты налога служит налоговое уведомление. Если вы его не получили, вам необходимо обратиться в налоговую по месту жительства. Оплатить налоги можно в любом отделении банка или через личный кабинет налогоплательщика для физических лиц. Администрация Ленинского района Самары предлагает подписчикам проголосовать за спектакль Самарского академического театра драмы «Тартюф», у которого есть возможность получить приз зрительских симпатий. Он принимает участие в фестивале-конкурсе «Биеннале современного искусства. Уроки режиссуры 2022». Голосование открыто на сайте фестиваля. Отдать свой голос можно, перейдя по ссылке, указанной в телеграм-канале администрации района. Итоги фестиваля подведут 13 декабря. Департамент опеки, попечительства и соцподдержки в своем телеграм-канале поздравляет жителя Самары, участницу Великой Отечественной войны Валентину Дмитриевну Коновалову с днем рождения. Ей сегодня исполнилось 99 лет. В 1942 году Валентина Дмитриевна ушла на фронт добровольцем, служила под Москвой старшиной роты женского гарнизона. После полученного на фронте ранения была комиссована и направлена в Куйбышев, где продолжила службу, охраняя склады порохового завода. Там же предотвратила теракт. Телеканал «Самаргиз» присоединяется к поздравлениям Валентины Дмитриевны и желает ей крепкого здоровья и отличного настроения.